Добрый день. Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию уникальный набор отмычек. С нашими отмычками для вас открыты любые двери. Спасибо большое, нам это не нужно. Спасибо. Подождите. Спасибо большое. Я же вам говорю, бесполезно запираться. Поэтому не тратьте времени и сил, покупайте наш набор. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет. И на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Готово. Все, Сергей Иванович, все. Теперь вы свой пин-код никогда не забудете. 1961. Да. Теперь точно не забуду. Спасибо вам большое. Вы знаете что, вы его никому не показывайте. Потому что ваш пин-код должны знать только вы. Слушайте, вы перчатку купите. Пальчики обрежьте. Ну, в смысле, у перчатки. Простите, девушка, могу чем-то помочь? Да. Да вот курточка понравилась, а примерить не могу, ребенка с собой не взяла. Теперь вот мучаюсь, не знаю, будет хорошо или мала. А вы не мучитесь, девушка. У нас для примерки есть замечательные образцы. Прошу. Пожалуйста, выбирайте. Образцы абсолютно стандартные. Да, Стига. Улыбнулись. Ой! Так, ну и кто мне скажет, что это за случай? Это перелом моей голени. Неверно, Мельман, неверно. А, растяжение лодыжки. Для начала можно сделать компресс из спирта и льда. Молодец, Шинов. Ставлю тебе 5, иди. Иди. А вот это, Мельман, уже перелом. Что вы заделали в данном случае? Ну, нужно. Думаем все, думаем. Пятерку про травматологию еще заслужить надо. Быстрее, думаем, все думаем. Знаешь, мне здесь так нравится. Здесь так симпатично, мило. И кухня хорошая, вкусно кормит, правда? Да, да. Очень хорошее место. Здесь как-то уютно. Романтично. Угу. И тихо. Что? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. А на последнем... Стоп. Бубен? Ну, вы же заказывали скрипача к вашему столу для вашей дамы. Ну, так я скрипача заказывал. А что это вы мне тут устроили? Шаманские танцы. Скрипач где? Юрий Абрамович заболел. Но вы не переживайте, вы расслабьтесь, получайте удовольствие, потому что бубен может быть тоже очень романтично. Петю нам не занимать у цыгана. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу вам чем-то помочь? Очень даже можете. Угу. Дело в том, что кот мой мне руку все расцарапал. Ой. Есть у вас когти-чесалка? Когти-чесалка, да, как-то. А, да, у нас здесь. А вот, да. Пожалуйста. Ничего не скажешь. Понял?
ничего. Я слышать от тебя ничего не хочу, что ты на меня уставился. Сиди и молчи. Понятно? То есть мне ничего не говорить про набор швейцарских ножей из нержавеющей стали, которые не тупятся, с такой удобной ручкой, в прекрасном дизайне, и которые стоят всего 2000 рублей. Молчать, да? Гад, просто сволочь, что ж ты со мной делаешь-то, а? Ладно, ножи я возьму. Но больше ничего, молчи, сиди, как рыба. Сиди, рот свой закрой и сиди. Да что ж это такое, а? Разговорить любого могу, а заткнуть нет. Молчи. Я бы молчал, если бы не это. Что это такое? Веб-камера. Незаменимая вещь для вашей работы. Ирочка, принесите ко мне чайку с лимоном. Хорошо, Леонид Ильич. Леонид Ильич, ваш чай. Ира, ну я же просил соблюдать на работе дресс-код. Одну минуточку, Леонид Ильич, я сейчас. Ваш чай, Леонид Ильич. Ну, другое дело. А теперь видно, что вы секретарь генерального секретаря и 4-звездного героя Советского Союза. Вот, пожалуйста. Ира. Леонид Ильич, я все ордена надела, честное слово. С орденами понятно. Лимон где? Леонид Ильич, одну минуточку. Сейчас. Галина Эдуардовна. Да? Это вы что, эпиляцию делать собрались? Видите ли, в чем дело, Эдуард Владимирович? Плавание-то ведь мелочей не бывает, вы же знаете. А эпиляция, она очень способствует улучшению результата. Серьезно? Конечно. И как это действует? Смотрите. Слышь ты, если ты мне сейчас не улучшишь результат, я тебе эпиляцию на всем теле сделаю. Теперь я улучшу. Ну-ка, быстро пошел, быстро, 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 пошел, пошел. Улучшайся уже, поплыл, поплыл, поплыл. Давай, родной, давай, давай. Видите? А вы говорите. Господи ты, боже мой, зачем я согласилась на эту твою авантюру? Лучше бы заняла у мамы денег на шубу. И за год бы отдала нормально. Нет, послушалась. Да успокойся, Галечка. Ну успокойся, будет тебе шуба. Причем бесплатная. Я тут столько капканов расставил. Обязательно кто-нибудь попадется. Вот уж они и попадаются все. А-а-а, твою мать! Попался! Давай, давай! Так, что случилось? Да вот в капкан попал. Капкан, да. Помогите. Видишь, Галя, нога у человека в капкане. Помочь, конечно, мы можем. Но это же... Это сильное усилие такое, понимаете? Это же не бесплатно. Вот сколько? Да давайте все. Ой! О, Галюха, закапали денежки на твою шубу. Если тогда пойдет, мы вечером насобираем. О, еще один попался. Пошло дело. Так. И вот так. Все. Вот. Теперь и кольца не видно. И вроде у вас ранение. Спасибо, доктор. Ну? Это вам запонимали? Понимаете, на курорт еду на неделю. Один. А кольцо не снять никак. Ну да. Ну да, жена же мне купила кольцо на размер меньше. Специально. Если в повязочке будет некомфортно, можно проблему решить хирургически.
ампутировать палец, и тогда у вас будет уважительная причина кольцо не носить. Да. Нет, мне вообще не надо. Я же на неделю на курорт еду. А, ну тогда повязочку. Да, эх, весь день мечтал апельсинчиков поесть. Мужчина, а че ж вы мечтали об апельсинчиках, а берете водку? А потому что мечта, девушка, должна оставаться. Добрый день, дорогие мужчины. Следующий лот нашей программы «Магазин на диване» специально для вас. Мы представляем вам золотую коллекцию «Лучшие книги для заначки». Хроника русско-японской войны. Как разобрать карбюратор в домашних условиях? И, наконец, резьба по дереву. Все эти неинтересные для вашей жены книги надолго сохранят вашу заначку. Звоните и заказывайте лучшие книги для заначки прямо сейчас. Кто знает, может быть, ваша жена захочет почитать уже сегодня. Гражданин Бахметьев, вы обвиняетесь в нападении с целью хищения чужого имущества. Что вы можете сказать в свое оправдание? Ну, что сказать? Я сирота. И с детства не знал ласки матери. Вот. Жизнь меня с самого раннего детства бросала, била, терзала своими клыками. Кому-то у меня нет. Семьи тоже, ни жены, ни детей. Дома нет, даже ночевать нет. Что еще? Друзей, как и семьи, тоже нету. Собака моя недавно умерла. Ой-ой-ой-ой-ой, все, хватит. Ой, суд принял решение. Вы отправляетесь туда, где у вас будут и друзья, и работа, и дочевать будет где, и собака. 3 года колонии строгого режима. Ой, я не могу. Стоим, что смотрим? О, вижу, молодцы, видишь, окно под покраску заклеили. Заклеили. О, и пол под покраску заклеили. Заклеили. А маляра под покраску заклеили? Заклеили. Вот дело. Все, начинайте красить. А то я вас знаю. Вы окна краской уделаете, и полы краской уделаете, и сами все уделаетесь. А мне потом на химчистку тратить. Начинайте, говорю, ты все запомнил? Да, хозяин. Я не хозяин, я прораб. Хозяин, прораб. Зови просто царь. Есть места? Нет, нету, да? Водитель, можно к вам сесть? У вас есть места? Ой, спасибо. Ой, успел, знаете, так редко ездить. Ой, слушайте, сколько я должна тут? Нет, места бесплатные. Да что, серьезно? Да. Ой, так мне повезло, что ли, да? Да. Ой, только сейчас возьмите вот так вот зеркальце. Да? Ага. И так руку на улицу высуньте. Да. Ага, вот туда вот, поближе. О, на меня чуть-чуть? И проверь. О, отлично. Вот так вот заврите. А то у меня зеркало сломалось, а починить некогда. Немножко на меня. И вот правее. Вот так, заврите. Одну секунду. Не шевелитесь, а то заставлю за проезд платить. Все сели.
Ну вот и все, готово. Принимайте работу. Это что такое? Это Эрика Леонард. Что? Какая Эрика? 60 оттенков серого. Вы что, это отличная книга. Ты что за хрень? Ты что мне наколол? Женский бестселлер. Вы же сами просили наколоть что-нибудь интересненькое. Теперь уверяю вас, все женщины будут считать, что вы очень интересный мужчина. Сударыня, прошу вас, подарите мне мазур. А мне вальс. А кадриль должна быть моей. Господа, милая, успокойтесь. У меня сегодня для всех вас одинаковый танец. Медляк. Уже все. Где они там? Пройдет! О! Не пройдет! Идут! Пройдет! Давай! Давай! Это погоди ты! Зацепилась места твоя! Давай! Наконец! Пожалуйста! Здрасте! Вам доставка пожарного шланга! Фу! Ну тяжелый, зараза! С вас 200 рублей! А лифт не работает, а у нас после второго этажа идет двойной тариф. А если лифт не работает, 400 рублей. Все, 400. Куда ты пошел? Пошли на лифте, что я дурак. Барыги, а? Не, ну все равно. Не самим же такую тяжесть таскать, когда есть доставка. Не знаю, как думала. Разделение труда. Одни таскают, другие вот тушат. Да, дверь сами будем ломать или слесаря в дверь? Ты что, ты с ума сошел? Конечно, слесаря. Давай, пойдем. Девушка, а что нас так трясет-то? А, это... Мы из Москвы вылетели. А? Это же у нас только в Москве небо ровное. А в России просто кошмар. А касса у нас находится вот в центре зала. Угу. Проходите. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я у вас вчера купил стол. Я вас помню. Вот. Пришел домой, собрал его. А он шатается. Смотрите. А. Скажите, пожалуйста, а вы пользовались инструкцией? А зачем инструкция? Это же стол, куда проще. Долго объяснять. Вы инструкцию сохранили? Конечно, вот она. Будьте любезны, пожалуйста. Чек нужен? Нет. Чек не нужен. Это шутка была сейчас, да? Нет, чек не нужен. Это инструкция. Вот. Ну. И инструкцией надо уметь пользоваться. И пользоваться надо уметь инструкцией. Очень, очень умело. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Стол стоит, как копанный. Вот так. Инструкции надо пользоваться. Женщина, оставьте кассу в покое. Милый, смотри как. Я, конечно, могу ошибаться, но это платить я вообще никак. Оно тебе, по-моему, вполне. Ну, ладно, я другой надену тогда. Давай. Извините, а почему у вас жених в таком состоянии? Вы все-таки платье выбираете.
Нет, ну вот поэтому и в таком состоянии. Вы понимаете, по традиции ведь как? Жених не должен видеть невесту до свадьбы в свадебном платье, правильно? Ну да. Ну вот, а завтра он ничего помнить не будет. Поэтому получается, что мы традицию-то и не нарушим. Зато сегодня он мне поможет выбрать свадебное платье. Да, милый? Че? Галя, ну давай уже ты быстрее за следующее. На диване чужие сидим. Может быть, чай, кофе? Чья? Я говорю, чайку, кофейку, может быть. Честно. Честно. Войдите! Дорогой Андрей Адольфович! Альбертович! Достославного Альберта сын! Где? Что вам надо? Что где, надо? Где же премия моя? За два месяца. Обещали вы, а бухгалтер говорит, что денег нет. Она правильно говорит. В этом месяце премии не будет. А как же? А где же? А как же у меня долги, а дети? А у меня баланс отрицательный, понимаете? Как, Владимир Иванович, идите, не мешайте работать, идите. Да, как же дети, внуки, Варя плачет. Грозило меня устроиться работать директором театра оперы и балета. Вокруг рассмею, вот за что я так люблю. Шесть кадров. Ла-ла-ла-ла.